Пришла весна, и скоро школьная физкультура выйдет на улицу. Как приготовить для учеников урок-праздник на беговой дорожке или на свободном участке школьного двора? Как проводить занятия по легкой атлетике, по бегу, по прыжкам и метаниям, чтобы было интересно? Как сделать так, чтобы менее подготовленные в физическом отношении дети с удовольствием занимались физической культурой на уроке? Ответы на эти вопросы можно найти в специальном детском проекте Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая известна по аббревиатуре ИААФ. Так вот, детская легкая атлетика ИААФ предлагает новые упражнения, разнообразные двигательные задачи, которые должны решаться командой в разных местах на стадионе. Детская легкая атлетика ИААФ дает возможность заниматься практически в любом общественном месте – парках отдыха, торговых центрах, пешеходных зонах или на спортивных площадках. В этом можно было убедиться, побывав в легкоатлетическом манеже ЦСКА, где состязались совсем еще юные спортсмены.